написал я своей дочке, когда было, дочке было, не помню, 23 или 24 года. Вот. Все поправки. Не, ну дочка сказала, что у нее было трудное детство, и папа. У всех папа как папа, то есть обычные папы, и они колыбельные поют, да. А у меня папа музыкант и такой, поэт даже какой-то, а вот а колыбельные нет. Так купюры все делали вместе с ребенком. Колыбельные, колобок. По чуланам поскребли, по соседам помели, замесили, как смогли, колобок. Замесили и спекли, на окошко отнесли, только прыгнул колобок в бок. Покатился, побежал, словно в печке не лежал, и остался далеко дом. А в лесу везде тенек, а на тропочке пенек, он румяным своим лбом. Бом! Громко крикнул, ё-моё, и сбежалось зверьё. Заяц, волк, лиса, барсук, вряд. Меж собою говорят, что красив и тешит взгляд, а сожрать каждый раз гад. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, не повадно, чтобы им впредь. Да пока воображал, косолап не прибежал и сожрал медведь. Ведь долго бабка старика все ухватом по богам, все клела его почем прочь. По чуланам поскребли, по суседам помели, да и спать себе легли.